Привет, Мэри. Меня зовут Мика Нежданов. Сегодня мы в Сингапуре с красным человечком, символом пермской культурной революции. Сингапуру понадобилось 40 лет независимости, чтобы превратиться из провинции Малайзии в современную и богатейшую страну мира. Во многом благодаря привнесенным инновациям, смелым переменам и богатому культурному наследию, которое создает туристический имидж страны. Жаль, что в Перми новым идеям сложно прижиться. Старые музеи незаметно для нас закрываются, и с улиц пропадает то, чем мы могли бы гордиться. Пермяки, будьте хозяевами на своей земле, берегите ее историю и не бойтесь создавать новую.